Всем привет! На очереди новый выпуск всяких приколюх, падений, юмора и смеха. Ближайшие несколько минут будут веселыми, я обещаю. Поехали! Когда тебе 2 года и даже шланг кажется сложной техникой. Вот как с людьми можно дружить? Хотел подругу подцепить, но сразу против вся родня. Все убежали от меня! Совсем юные дельцы показали прекрасную работу в паре и классный планшет себе оторвали. Тут бублик явно с горкой не дружит. От этого только наезднику хуже. Судьба у собаки тяжелая. Хозяин вкусно поедает печеньки, а ей остается смотреть и завидовать. На заезде велосипедистов ошибка одного может переломать всех участников. Вот вам пример такого случая. Видать, дядя многое в жизни весом решал, но дерево старое сразило его наповал. И сколько так скакать-то? До утра? Да все уже, падать пора. Грязь мальчишка точно не хотел, но именно в нее и прилетел. Сноуборд для снега, а не для песка. Но этот чувак уверен в обратном. Но прав был я. Масса решает многое. Особенно это чувствует девчонка снизу. Тяжело учений, легко в бою. Но то, что это будет настолько тяжело, никто не предупреждал. Крепкий мужик молодец. До последнего устоять старался, но подруга сделала все, чтобы он искупался. И автомат крутой, и шляпа крутая, но круче всего падение. Подруга подруге всегда поможет, и на руки возьмет, и на пол уронит, и рядом полежит. Не хватает экстрима в жизни? Попробуйте ехать вперед, а смотреть в сторону. Плюс 100 к опасности. Хозяин не пришел на работу, он заболел. Я за него. Здесь мужик нас удивляет сполна. Чувство равновесия есть только до середины бревна. Самокат детский, дядька взрослый. Последствия такие. Держись, дедуля, держись, мы верим в тебя. Не падать! Только не падать! Вот молодец! Батут веселое занятие. Прыгать можно долго, но вот с трюками нужно быть осторожнее. Новый мячик с искусственным интеллектом. Ударил неправильно, получи наказание. Круто вертеться, держась за веревку, чувак умеет. А без нее уже не получается. Строитель против доски, делаем ставки. Доска оказалась сильнее, просто замочила мужика. Здесь уже... И свечи задуть, и волосы не спалить, и торт покушать. Все это только не сегодня. Говорят, мастерство не пропьешь, но этой дамы получилось. У коров все как у людей, у слабого забирает тот, кто сильней. Усталость приходит внезапно, но всегда есть рядом те, кто не дает расслабиться. А вот и вполне годный лайфхак. Покупаем штаны размеров на 10 больше себя и экономим на футболке. У кота всего лишь одна попытка для достижения цели. Не получилось? Кот будет утилизирован. Изобретение 21 века. Сани с ногами. Все для человека. Напридумывают всяких трубочек. Короче, вообще пить не буду. Включаем пластику и выключаем мозг. Получаем смешной видос. Когда рядом друзья, не стоит расслабляться ни на секунду, даже во сне. Иначе кто-нибудь обязательно захочет провести эксперимент. Котейка – житель мусорки на страже своего жилища. Одна из самых тяжелых профессий – выгуливать собак. Судя по всему, вакансия вновь открыта. Смекалка и работа в команде – вот путь к успешному решению задачи. Даже показательное учение не обходится без приключения. Будет что вспомнить солдату в эту знаменательную дату.
Иногда собаку от палки не оторвать, но домой тащить надо. Так и идем. У девушки талант, хоть снимай в кино. Так ходить на ведрах не каждому дано. Хороший розыгрыш подруги, надеть ведро ей на голову и себе. А потом с недоумением смотреть по сторонам, не понимая, кто это сделал. Говорят, что дети могут быть жестокими, но чтобы настолько? Справиться с хвостом нужно обязательно. Но сложность в том, что он никак не кончается. Когда пытаешься седлать кабана, всегда нужно понимать, что они не приспособлены для верховой езды. Тебе звонят, скорее отвечай, у дезодоранта сейчас батарейка сядет. Пес хорошо уже знает, чистую машину немытых хозяин не пускает. И псу пришлось сообразить, как самому себя помыть. С котами осторожней, когда будете их мыть, а то они могут вас самих в ванне утопить. А котам нужно быть осторожней с попугаями. Те еще опасные пернатые. Плохо парень рассчитал, поэтому и мокрый стал, и в болоте побывал. Я уже говорил, что с батутами нужно быть осторожней. Но меня все равно никто не слушает. Отличный бы вышел трюк, но судьба решила по-другому. Добрые хозяева над собачкой подшутили. Наверное, не слабый ток через нее пропустили. Каждая кошка бы так тренировалась, чтобы на глупости сил не оставалось. Пес прошел хорошую боевую подготовку и научился выживать в любых условиях холода. Это супер жадный кот, сам эту колу не пьет и хозяйке своей не дает. Парень красавчик, просто молодец. Жалко, что шест устроил конец. Секретные съемки новой породы собак. Собака-кенгуру. Хорошо прыгает, но ходить не может никак. Бывают многодетные семьи, а это многособачный хозяин. Дружная семья и транспорт вопрос решать умеют. Если ваша рыбка при смерти и ей нужна неотложная помощь, этот парень может вам помочь. Несколько стандартных процедур реанимации, искусственное дыхание и вуаля! Просто рыбий воскреситель! Когда всю жизнь работал в цирке и решил освоить профессию повара. Невозмутимый кот просто поражает. Своей жизнью живет и никто ему не мешает. И на сегодня все. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. И поддержи выпуск лайком. До новых встреч в следующих выпусках. Будет еще веселее!